подарил одну кошку и один пенал. И трусы женские. В смысле? Ну, просто так подарил. А где ты взял женские трусы? Ну, за свои деньги купил. Вот сейчас здесь направо ничего не пенал. А какой девочке ты подарил пенал? Ну, которая меня била. И ты подарила ей кошку, пенал и женские трусы? Ну, потому что она была красивая. А где это произошло? В Швейцарии. А трусы-то ты где взял? Ну, мы ходили на шопинг. С кем? Ты купила ей трусы? Да. А кошку? В магазине за свои деньги. Часовые родины стоят у высоких берегов Амура.